продолжаем открывать мантию Лосту. Потому что раз Лилит открыли, ею и поиграем. Хорошая карта, очень хорошая. Давай предмет уже. Не хочет давать предмет. Да уж. Ключ золотой. Пурпурная чистота. Посмотрим, что она делает. Шайку надо докормить по-хорошему. Ну, камон, чел. Сколько можно? Две карты дьявола. А, это активка, которая дает мне фиолетовое сердце? Это так-то нехило тогда, нехило. Только главное не переусердствовать, а то у меня все сердца будут фиолетовыми. Задамажусь и все потеряю. Можно тогда через дьявола пойти. С таким количеством сердец. И с их источником. Ау. Плюни еще. Не этим. Я богат. Еще больше. Их там двое в одном месте. И тут у нас... А, ну да. А, ну да, я что-то не это самое. Вот упону сделал. Ну все, мне больше ничего не надо. Давай, ну давай, ну. Молодец. Не важно, сколько у меня там фиолетовых. Надо, чтобы их, это самое, распределить их поровну. Так, что здесь? А, ну да. Заскамили меня на ключ. Вообще, я этого знак кормлю, потому что хп-ап не нужен. Стоп, заряда встало 5. Какого хрена? Д12, там нужна бомба. А бомба... Ну ладно, я просто предметов боссов понакупаю и все, наверное. Сорян. По привычке.
Behind the Egg. Сиблинг, это уже вторая часть превращения. Тут золотой пул. Ладно, вслепую понакупим что-нибудь. Это того стоило. Да, это определенно того стоило. Я надеюсь, что фиолетовые сатане сдаются в первую очередь, или будут сдаваться те, которые первыми. Не знаю, как это работает. Но мне бы хотелось сдавать именно фиолетовые в первую очередь. На бусте я один раз стримил, но там не особо что-то происходило, поэтому я подумал, что там стримить не вариант. Можно без проклятия на следующем этаже? Хорошая комнатка. Буду ли я покупать вслепую еще предметы? Один куплю и хватит. Мозг Боба. Найс. Скорость можно взять, да, скорость надо. Дальность и синее сердце стоит того. Дамага. И надо будет еще ключ купить. Я не думаю, что это того стоит. Пусть я и могу гела внутрь врага засунуть. Это все равно плохая идея. Что если я сейчас применю? Ой, я синее сердце просрал из-за этого. Ну, ладно, я в принципе так и планировал, потому что я сейчас вот так делаю. Я их специально сейчас теряю все. И потом каким-то образом чередовать собираюсь. Правда, тут-то синих сердец нету, вот в чем дело.
Блин, кукурузка тоже хороша, но терзы у меня мало. Давай лучше терзу сейчас. Вообще кукуруза довольно много дает. Там всякое могло быть. Да, видимо, последние забираются, у меня синие тоже забрали. Так что я поспешил с этим всем. С этими всеми махинациями чередования. По-хорошему, мне надо было вообще их не подбирать, просто синее сердце взять, чтобы оно первым там оставалось. Сейчас заценим новую атаму. Я хочу это взять потом, потому что надо слить свои сердца сейчас. Так, дамажимся. Лучше было бы продамажиться еще на половинку. Почему, когда я их теряю, у меня как-то это самое... Куча каких-то белых слез. А, это... Это просто потому, что я дамажусь, это у меня предмет синий. Точно, я вообще забыл, что он у меня. Что-то типа варикоза, но лучше. Вот она, Атама. Классная штука, но только для грида, мне кажется. В обычном забеге от него, ну... Я не думаю, что буду хотеть покупать удел Атаму. А, они превратились в сердца. Как я хочу сделать? Я хочу сейчас зайти в золотую сначала. Окей. Так. Сейчас я беру это. И, впрочем, все. Будет чередоваться. И активку после сатаны только применю. Мозг вообще хотя бы раз взрывался в этом забеге. Ну, взорвался. Infestation, не, пофиг на него. Почему не за синее? Почему за красное? И это что такое? Пиромантия, дабл тап, фаербол. А, это буквально то же самое, что и за финда, да? Способность финда. У меня все фиолетово в сердцах. У меня фаербола финда, я прям косплею. Косплею его. Infestation 2. Не знаю, он не настолько-то и важен сейчас. Я лучше сэкономлю деньги для финального этажа. Для босса. Для данной машины, если точнее. Но с этих тоже появляется Атама. Потому что они действительно существа. Изначально на Атаме хотели летого Абадона сделать. Вообще, с какой-то стороны это было бы даже лучше, потому что круг меньше был бы. Так, это надо по уму взять. Это надо сделать по уму. Удвоение денег.
Стоп, а эти фаерболы буквально такие же, как и за Финда, то есть они могут дропать сердца? Наверное, да. Извините, что долго не постил. Спасибо, Сенж, за 100 рублей. Не знаю, что там за скрытое сообщение, но оно не прошло проверку. А там Крампус, я думал, два темных. Так, надо подобрать эти сердца сейчас, потому что на них надо будет покупать. Пиля, наверное, лучше будет, да, ведь? Так, берем это сердце, теперь берем черное. Тут еще черное лежит. Вот это полезная штука сейчас. Впрочем, вот это вот, мне кажется, стоит. You will take all you need. Удачный сундук. Больше здесь не утеть нечего. Что там у нас? Ничего. Ни одного шприца нету. Просто взрываем, деньги оставляем. Это предмет. Отлично. Отличная награда. Бывает и такое. Что туда сходим? Понял. Чего батарейку не взял? Какую? Что-то для последнего этажа грида как-то странно этого челика здесь призывать. Как-то очень странно. У него же ХП нету. Для таких этажей.
Ну, это потенциальный демошап. А. А! Ну ладно. Не, мне эта батарейка не нужна, зачем она мне? Сам себя заскамил, можно сказать. Удачно. Бомбу сэкономил. 94 монеты. Я очень надеюсь, что машина не лопнет сразу же. А то будет очень неловко. Блин, надо ключи, короче, не разрушать сейчас. И забудить об Атаму. Ну, по нему мало попало, ладно. Как бы... Не то, что я ожидал. Я хотел, чтобы около него все были, но он как-то... Ждет, когда они вокруг меня встанут. Под него сложно вести их. О, вот это хорошо. Вау, 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 вау. Полегче, Атама, полегче. Жесть, что происходит. Стоп-ватч открыли. Я говорил, что он у меня не открыт, а? Помните? Помните, как я его нашел и сказал? Но ведь я его не открывал. Ну, это, наверное, все-таки я его открыл, потом он закрылся из-за... патча. Короче, ладно. Донатим. Мантия готова. Жесть, она не забивается. Охренеть, она не забилась. Это мне за все те забеги, когда она с пятой монеты ломалась. Отлично, отлично, отлично. Давайте еще за кипера пройдем грид. Это будет тоже не особо сложно, я думаю. Вазу можно взять, это тирзап. Не знаю, кстати, он плоский или нет. А, ну да, кстати. Кстати, да. Ему же деньги для всего нужны. Просто хотел сказать, что ты умный человек. Смотрю тебя уже давно и просто дальше хочется наблюдать за твоим ребенком.
Я охуенный человек, спасибо. Спасибо, хидроксибромазепам. Хидроксибромазепам. Хороший ник. А, с них может быть... Могут быть такие монетки по рандому просто, прикольно. Почему-то для меня это удивительно. Спасибо большое за поддержку, приятно слышать такие слова. Это было жадно. Но я хотя бы сразу же полечился. Это было тоже жадно. Жадность — это круто. Да ведь? Вообще надо пользоваться тем, что я почти без вреда останавливаю волны. Потому что если я не могу подбирать монетки, то мне и нет смысла пытаться как-то выживать. Лучше останавливать волны почаще, но собирать побольше монеток. Так, берем вазу. Ее нельзя выкидывать, по идее, и иначе она это самое. Того. Я хочу, но это тот самый редкий момент, что... Да, не стоит. Не стоит она того. Вазу нельзя выкидывать, иначе она разобьется, но пока что она хорошо так бафает. Это из-за вазы у меня желтые выстрелы? Ладно. Почему, интересно? Успел. Я очень люблю Firemind. Но это не та ситуация, когда его стоит брать. Я даже на лосте его беру и сливаю стрик. Обе сделки, оба вида сделки у кипера по идее одинаково стоят, да? Так что неважно, я буду пропускать там или не буду. По стоимости и там все одинаково. Мультидим не так уж и стоит того. Не, он не стоит того. Чё, я превращусь в другого персонажа, если получу смертельный урон, она как воскрешение работает, что? Так, тут мне ничего не надо, верно? Ну, бомбу можно взять на всякий случай. Можно две карты с собой взять, но что-то как-то тоже... Само по себе это не особо нужно. Очки разве не прикольные будут? Там с очками есть нюанс. Что... Они... Очень резко изменяют какие-то одни цены. Другие, конечно же, будут скакать, но... Нестабильно, в общем, магазин будет работать. Я не уверен, как диски будут работать в гриде. Типа, они обычно... В комнате босса остаются. В общем, я не буду сейчас выбирать. Шоколадка. Я не хочу шоколадку, честно говоря. Я лучше просто тирзу возьму. Давайте почекаем, что здесь. Хп мне ни к чему. Это можно взорвать.
Да, билд реально стал очень крутым сейчас. Причем по большей части из-за медальки. Подождите, он занерфлен проб. А это не должно так работать, мне кажется. Ну ладно. А вдруг он около стены будет? Хотя его нельзя двигать, надо. Точно, его же нельзя двигать. Но это странно. Так, давайте без вот этого. Представьте, надеяться на монетку на одном хп за кипера. Выпадает фиолетовая монетка и взрывает тебя. Вот весело будет. Д10 ведь на боссов тоже работает, верно? Нет, на этого не работает. Подождите. А как же тогда баг с делирумом был? Он был основан на фистуле. А фистула как бы босс. Не понял. Починили делирума. Но я говорю именно про фистулу. Фистула единственное исключение. Ага. Странно, что при этом исключением не является этот. Как он называется-то, блин? Уголь? Какой уголь? Где вы уголь нашли? Здесь? Тут нет угля. Там у правого челика уголек. А! Я его не увидел сразу. Так, первый шприц. В принципе, дальность 9. Не, мне не нужен. Рост у меня есть, дальность у меня есть. Но денег у меня сейчас настолько много, что забей. Стоп, что? А чё он исчез? Они оба исчезли. Почему? Прости, ваза, но мне кажется... Ну да. А сколько ваза давала? Блин, а я не знаю, сколько полная ваза дает. Грибочек на всякий случай возьму. Ваза 0.6 давала? Меньше, чем рак? Я тогда обосрался, получается. Фига у него шляпка. Я даже не видел, насколько крутая у него шляпка. Это надо взять. Это тоже надо будет взять. X09 Max Fire Delay Multiplayer. Ну то есть 10% скорострельности. Не знаю, насколько рак хуже или лучше, чем целая ваза. Блин, давайте не умирать. Блин, я душу Аполеона зря прожал, я из-за этого деньги теряю. Я слишком сильный, мне нужно быть менее сильным. Я этих паучков, кстати, зря занерфил, потому что с них еще коконы появлялись бы.
Так, там что было? Там доли была. И демешап. Перл. Эта машина у меня уже почти заполнена, и кипер у меня уже открыт, и я буквально им играю. Так что особо париться насчет денег не стоит. У меня там еще большая часть персов даже не затронута, даже не открыта. Давай, ангел, что предложишь? Пойдет. Пойдет. Не особо полезно, но пойдет. Давайте паролим. Вот это может меня спасти. Мяско мало дает. Я бы терзу хотел бы на самом деле. Давай хаос по скидке, чё бы нет. Маджишн на финального босса будет очень хорошо. Это все не работает. Так что забирай. Как дела? У меня как дела, ты могла видеть в телефоне. Чё такое? Ты чё мне суёшь в рот, капец? Пришла, сует в рот огурец. Огурчик. Ты пришла и без предупреждения засунула мне в рот огурец, понимаешь? А. О, я красную сучу купил. Это за то, что я в одном магазине 40... А, это за то, что я Blood Clot 10 раз собрал. Это там должна была быть... чё? Геомакрея должна была открыть. Огурец момент. Я бы взял на самом деле эту фигню. Томат. Но как-то поздновато. У меня уже настолько хороший билд, что мне томат вообще уже ничего не нужен. Никак не нужен. Абсолютное говно. Собираем денежки. Забег прямо ультра хороший. Локап. Кстати, мало локапов как-то в этот раз. Ага, я за этим всем даже не заметил, что там. Но вообще, особенно в бомбе, вот этот предмет, который... Я забыл, как называется. Я вообще знал, как он называется хотя бы раз. Один раз, наверное, посмотрел и забыл. Благополучно. Короче, как уран, только не замораживает, но... Для бомбы это прямо очень хорошо работает, потому что он... Перерождения всякие отключает напрочь. Прям напрочь отключает. Беру. А на кислоту я не буду тратить деньги. Распятие называется, ладно. Распятие. Я уверен, что какофобия в гриде не может быть. Потому что это надо быть больным на голову, чтобы заспаунить ее здесь. На следующем этаже посмотрим, что будет. Тут мне просто нечего ловить. Зачем лестница хаос? Справедливо, кстати. Ну как бы я больше предметов вижу, так что... Ладно, уже не важно. Можно Forget Me Now использовать на последнем этаже, чтобы дважды убить чела. В этом есть смысл? Нет? Зачем мне это делать?
Ладно. 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 Я бы хотел Гапи найти, на самом деле. Там этот самый есть, который красные выстрелы. И тут есть еще деньги сила. Блин, как все интересно работает. Сколько всего интересного здесь. Так, у меня 7 монет, кстати. Не, 7 монет уже без скидки там. Как бы мне сейчас в этой, в этом билде монеты успевать собирать? Кто, где, как, почему? Там кто-то спрятался? Скрытая реклама Лакоста. Да, хп-ап надо. Ой. Это не то, что я хотел взять. Упсарин упса. Не то, что я хотел взять, но это, в принципе, тоже круто. Может мне пробой взять, слушайте? Так, так, так. Да! Что-то у меня это самое. Некоторые проблемы с таймингом. ХП? Да пофиг на ХП, у меня 9 жизней. 10 даже. Больше всего печально, что я Трисегион пропустил. What the fuck, что с ним? Это из-за какого... Это из-за эмодзи? Меня лагает? Походу из-за эмодзи. Где десятка? Где десятка? Я не вижу десятку. Слишком большой дамаг, чтобы собирать монеты. О нет, у меня один хп, а что же делать, блин? Да. Хардбрейк можно взять. А он будет работать вообще? Я не знаю, как он будет работать. Но я умру как минимум один раз, да? Не-не-не, я не буду его брать. Десятка. А надо ли? Я не думаю, что на десятку нужно мне. Эмодзи слишком мощный эффект. Тык, тык, тык,
Так, Тирзу взяли. Ну и все, погнали отсюда. Либо я заначу, либо сейчас в лестнице что-то еще крутое найдется. Ничего тут нету. Сейчас будет красиво. Как же лагает. Успел десятку взять. Я грида буквально не вижу. Окей, он был здесь, оказывается. Ну ничего. Только самонаводку я потерял. А в остальном не важно. Я буквально его не видел. Я полагал, что он все еще в углу. Ядрить его зажал. Ядрить Атама, что делать? В тот момент, когда случайно Атама взял. Не задевайте меня, пожалуйста. Ну вот типа, что я должен был здесь сделать? Вот реально, что я должен был здесь сделать? Эти монеты просто рандомные, и я не могу их доджить, даже если вижу тень, потому что она слишком быстро, слишком поздно появляется. Хватит спамить этими рандомными монетами. Я из-за них умираю. Крадущийся крокодил. Ни хера не видно. Ну типа, что меня задело? Да уж. Эмодзи, конечно, сильный эффект, но, сука... Чё за бред происходит? Да, я не могу их доджить буквально. Это невозможно физически. Это просто как повезет, вот реально. Они никогда не были сбалансированы. Просто надеяться на то, что не попадет. По-другому никак не доджить их. Нельзя доджить. Так, крокодилы, кажется, кончились. И это очень хорошо, потому что они все очень сильно портили. Опять эти монеты. Вот она меня почти задела. Так, только без крокодилов, пожалуйста. Это что за говно там летит с конца экрана?
Я испугался, что меня заденет. Так, ладно. Отличная видимость. Сейчас надо улепетывать отсюда. Успел. Наконец-то справился. Достойная награда, я считаю. И прилетает огромная херня непонятная. Эмодзи очки. Ты чё не исчезаешь? Ладно, я пока подоначу. Аполеона открыли. У нас в донат-машине Аполеона закрыли. Причем порченого. То есть обычный у меня закрыт, а поршень открыт теперь. Ну, чё? Донат-машина переполнена. Теперь можно уже играть всеми персонажами как полноценными, потому что у них будет мантия, если я пойду на матерь. Ну и в общем, да, просто погнали закрывать всех.